жгут спички очень хорошо. Спички – то, что нужно сейчас. Исаакиевский собор. Архитектурная гордость города. Декрет о мире. А где же он? Не видать. Первая ложь из множества будущих. Философская пирамидка. Должна же она как-то открываться, как и любая головоломка. Семнадцатое мая. Тяжкий год выдался. Сижу над экзаменами. А сам вспоминаю вставать в 6 утра, наколоть дров, потом маман дать лекарства, потом наскоро хлебнув чаю бежать к 9 в гимназию. Там сидеть до 2 часов полудни. Потом опять бегом домой, опять доктора к маман, а мне бежать к Полищукам к 17:00. Чтобы там объяснять неподатливую латынь 2 мальчишкам, которым она вовсе не нужна. Однако объясняешь и стараешься. Не то их мать не заплатит за урок, а деньги нужны, нужны позарез. А потом еле тащишь ноги домой, а там еще свои уроки не сделаны. И вот уже полночь, буквы плывут в голове. Муцис Цивола пьет чай с Пушкиным, а рядом скачет водород, путаясь в геометрических фигурах. И только с весной маман пошла на поправку, и можно взяться за свою учебу. Не миновать мне переэкзаменовок, конечно, ну а что же поделать? Надеюсь, хоть следующий год будет легче, и мать не сляжет опять с какой-нибудь хворью. Эти бумажки отсырели, не годятся даже на растопку камина. Красивые слова для жаждущих перемен, а за ними пустота. Отлично, теперь я смогу хоть что-то разглядеть. Я же только что здесь был. Еще один коробок спичек. Хорошая находка. Чем же ее открыть? Наверное, нужны какие-то ключи или стамеска.
Очередная бумажонка, каких много сейчас штампуют. И ведь в эту ересь верят. Господи боже, хлеб! Как же сильно я хочу есть! Во рту уже несколько дней не было маковой росинки. И как я его раньше не заметил? Матросы приходили с обыском. Плохая примета для меня, значит, вернется еще раз сукин сын и еще что-нибудь утащит. Библия. Когда-то я презирал этот сборник сказок. Потом стал искать в ней ответы на свои вопросы. Не нашел. А теперь и пытались растопить камин. Видимо, там есть самое место. Перчатка, похоже, женская. Где же эта женщина? Ах, милый, я вам безмерно благодарна за такой приятный сюрприз. Мне очень лестно, что вы не забыли моей любимой оперы. Аида всегда завораживала меня. В последнее время вы были так холодны со мной и нелюдимы, и я боялась даже подойти к вам. А сегодня вдруг такой подарок. Могу ли я сделать для вас что-нибудь, что вас порадует? Дорогая, я счастлив, что доставил вам радость. И раз уж вы спросили, то я был бы премного вам благодарен, если бы вы мне дали послушать мой любимый концерт. Конечно. Какой же? Тишину. Выгребли все до последней копейки, сволочи. А взамен положили вот эту дрянь. Варье. Бандиты, дрянь. Откуда только они повылезли. Мужчина, право слово, та же комната. Ух, что это было? И сколько же сейчас времени? Кинули такую хорошую вещь.
7 мая 1915 года. Он умер. Мой сын умер. Нет сил. Нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Корю себя за то, что так мало уделял ему времени. На жене просто лица нет. И раньше из нее было не вытащить лишнего слова. Теперь она может молчать по целым дням. Он простудился еще месяц назад. Долго кашлял. Потом внезапно поднялась температура. Бедное дитя металось и бредило 3 ночи. Доктор ничего не мог сделать и только разводил руками. По всем признакам, это была обычная простуда. И почему вдруг произошел такой кризис, ему было непонятно. И только в последнюю ночь он сказал, что у ребенка пневмония. И все врачебное искусство было бы тут бессильно. А через 2 часа мой сын, мой единственный ребенок, умер. Мне нужно выйти развеяться, иначе я сойду с ума. Но куда пойти? Везде чувствуется война и дефицит. Все как назло. Библия. Когда-то я презирал... Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Агитки, агитки, листы с красивыми словами, а на деле пшик, фикция. Ничего из написанного здесь не существует и существовать не будет. «22 октября 1916 года. С чем я остался? Жена – абсолютно чужой мне человек, пустой и холодный. Каким же я был дураком, что влюбился в эту ледышку, которая ничего никогда никому не чувствовала. Сын мой умер. У меня нет ни одной живой родной души. Все тлен и пустота. Иногда по вечерам я подолгу сижу в своем кабинете и смотрю на огонь, вспоминая всю свою жизнь и пытаюсь понять, где, что я сделал не так. Я в самом рассвете своих физических и умственных сил, а один, без друзей, без родных, словно прокаженный. Разве я делал кому-то что-то плохое, что наказан таким жестоким одиночеством? Мысли мутятся у меня и охватывает страх. Я чувствую себя словно заживо похороненный». Августа 1914 года. Война. Опять война. Меня чуть не мобилизовали. Пришлось потолковать кое с кем. Не могу же я в самом деле ползать на брюхе по грязи, будто я мальчишка. У меня только-только начало все налаживаться. Я защитил диссертацию. Дома тишь да гладь. Правда, Анастасия после рождения сына как-то отстранилась, но мне не досуг разбираться с глупыми женскими капризами. Да и есть здесь одна милая, восторженная особа, которая так трогательно меня слушает. Нет, мне решительно не хочется ни на какую войну. Пусть они там воюют без меня. Я вообще за непротивление злу насилием. Вот так. Странно, а где вторая? Проклятье, как же ее открыть? Декрет о мире. А где же он? Не видать. Первая ложь из множества будущих. 3 октября. Ряды моих студентов стремительно редеют. Они уходят на фронт.
Кто же будет слушать мои лекции? Того и гляди, мою должность и вовсе упразднят за ненадобностью. Но я все еще делаю хорошую мину при плохой игре. Стало тяжелее раздобывать некоторые предметы обихода. Но, думаю, некоторая воздержанность еще никому не вредила. Хлеб. Матросы. Неужели их не наказывают за утерю обмундирования? Замкнутый круг. Наверное, я что-то не завершил на этом этапе жизни, если Вселенная возвращает меня на исходную точку снова и снова. Перчатка. Что-то я устал. Поэтому, наверное, не могу сообразить, как отпереть эту штуку. Очередная бумажонка, каких много сейчас штампуют. И ведь в эту ересь верят. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно. Библия. Когда-то не работают. Конечно же. Дураки-матросы умудрились сломать часы, которые сотню лет шли исправно. Закрыто. Но ведь я в квартире один. Или нет? Что-то мысли путаются. Надо сосредоточиться и вспомнить, кто меня здесь запер и по какой причине. Не мог же я сам себя закрыть, в самом деле. Головоломка. Только этого не хватает. Но надо попытаться разгадать ее. Авось что-то откроется. Ага, открылось. Похоже на какой-то ключ. Что за странный предмет? Похоже, каждой грани чего-то недостает.
Ну вот, выкинули такую хорошую вещь. Да-с, вот вам и революционеры. Обыкновенное жулье. Все подчистую загробастали. Что? Что это все значит? Я заперт? Если это шутка, то очень дурная и совершенно не смешная. Перчатка? И чья же это перчатка? Наконец-то хоть что-то полезное. О, эти волшебные звуки вальса, шуршащие бальные платья, открытые плечи юных прелестниц. А темнота-то не полная. Любопытно и пугающе. Января 1897 года. Не писал. После последней моей записи стыдно было глядеть дневник. Я уж совсем собрался было его сжечь, однако же решил повременить. И правильно сделал. Теперь буду писать сюда только умные свои мысли. Не маленький ведь, чтобы вносить в свой дневник глупости про экзамены да всякие бесплодные мечтания. Нужно вырабатывать характер. Января 1898 года. Все лицо покрыли жуткие невыносимые прыщи. Я урод. На улице все смеются надо мной, нарочно не глядя мне прямо в лицо. Что я за несчастный человек такой? Ни в чем нет мне везения. А, Б, В, Г, А, Б, В, Г, А, Б, В, Г, А, Б, В, Г. Друг мой, что же это ты? Не можешь запомнить азбуки? Это ведь так просто. Ты, мой милый, глупый мальчик получается. Ну-ка давай еще раз сначала. Только сейчас уже все сразу и без запинок. А, Б, В, Г.
Ты и есть круглый дурак, позорище. Ты же сын профессора. Ты должен быть умнее всех своих сверстников. А ты глуп, как валенок. Бестолочь, пошел прочь отсюда. Наказание мое. Слава богу, спички. А то в этой тьме можно шею себе свернуть. Шестое сентября. Надобно задуматься о том, куда поступать после гимназии. Сейчас модно идти на философское отделение. Думаю, уж с тем, чтобы длинно и скучно рассуждать, я уж точно справлюсь. Все равно ни инженером, ни военным мне не быть. Проклятая геометрия всю жизнь мне испортила. А от военной дисциплины меня тошнит. Ну, как заводные болваны, ей-богу. Только и слышно от них. Так точно, да никак нет. Никакой свободы духа. Бедный Йорик. Какое-то мракобесие. Боже мой, это еще кто? Куклы Вуду только не хватает. Пятое августа. Упорно иду к своей цели – поступить на лечебный факультет. Маман диву дается, но очень рада, что я перестал бездельничать и взялся за ум. Я и сам себе удивляюсь, чего уж там. Не понимаю, что она тут делает. Я же только что здесь был.